Друзья, в общем, продолжаем наш мини-влог. Вот, как видите, да, улицу Тулуби открыли. Ездят машины. Конечно, я не знаю, тот конец открыли, нет? В общем, смотрите, ездят машины, да? Что-то слабо ездит машина. Вот смотрите, где я прохожу. Вот кошка отдыхает. Ну, сегодня я хотел показать вам новый маршрут, друзья. Да, вот сзади травмтеатра. Сейчас постараемся вниз спуститься. Здесь где-то должен быть спуск. Я уже забыл, где здесь. В общем, как и ранее в видео я говорил, классно, да, когда, ну, когда вот не то, чтобы гуляешь, у нас, конечно, у всех работа, да, но во время, да, вот такой пешей ходьбы, можно так сказать, да. Самое главное, чтобы вот человек был сытый, да? Ну, я по дороге просто перекусил, поэтому в таком, да, нормальном состоянии. То, что перекус был у меня. Ну, я там, в общем, попил кофе 3 в 1 и хот-дог съел. Там сосиской, да, получается. Обошлось это все в 550 тенге. Вот нашел спуск. Давайте возле стадиона пройдемся, да, посмотрим, как там выглядит стадион. Вы здесь помните, да, когда концерты там заканчиваются, все мы обычно ходим, да, по этим лестницам. Вот, друзья, пишите комментарии, какие у вас есть воспоминания насчет стадиона, да? На какие концерты приходили сюда? Ну, я помню, сюда приходил на концерт Hi-Fi, помню, был у нас в Таразе, и Иванушки Интернешнл. Вон там, если, я не знаю, видно, нет, фонтан. Вон там фонтанчик. Ну, этот фонтан одно время не работал, потом обратно его сделали работающим. Вот, друзья, помните еще на стадионе, вот, видите, написано Орталык стадион. Помните, да, я еще маленький был, я еще потерялся, да, на стадионе. Здесь, получается, этот, проходил вот этот сеанс, или как правильно сказать, Кашпировского, вот этот, да. Я не знаю, он кто, экстрасенс или кто он там, в общем, помню, здесь проходил. Друзья, давайте попробуем сейчас заснять стадион, да? Разрешение спросим.